В регионе по программе «Социальная газификация» заключен 10-тысячный договор с Мособлгазом. За 3,5 месяца действия президентского проекта газу подключили более 4 000 подмосковных домовладений. Заключить комплексный договор на дому или в офисе проекта можно прямо сейчас, даже если по плану соцгазификации работы в населенном пункте будут проводиться в следующем году.